Саратове полицейские раскрыли серию краж из лечебных учреждений. В июле в полицию по факту кражи обратилась 51-летняя горожанка. Около 9 часов утра в поликлинике на улице Рабочей неизвестный похитил у нее сумку, в которой было около 9 тысяч рублей. Аналогичные заявления о кражах в том же лечебном учреждении поступили в январе и апреле от жителей Перелюбского и Краснопартизанского районов. Сумму ущерба составили 17 и 10 тысяч рублей. По указанным фактам были возбуждены уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ранее неоднократно судимая 49-летняя жительница Энгельского района призналась содеянным и пояснила, что похищенные деньги уже успела потратить. Также установлена ее причастность к совершению краж из больницы, расположенной на улице Чернышевского. В период с мая по июнь у трех посетителей было похищено 54 тысячи рублей. Все преступления совершались по аналогичной схеме. Граждане заходили на прием к врачу и оставляли вещи у кабинета. А когда возвращались, то имущество уже было похищено.